Сельская учительница никак не могла решиться, за кого же ей выйти замуж. За директора школы или за тракториста. С одной стороны, быстрый карьерный рост, с другой, без трактора до школы хрен доберешься. Блондинка спрашивает, а девочки, кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы? Девушки говорят, а пенсия у них после 10-го. Жена говорит, а Петруха, возьми ребенка на футбол. Муж говорит, зачем? Он же еще маленький. Жена говорит, а что он просто так урет? Телефонный разговор. Алло, ты дома? А ты кто? Муж. А мой дома? Везет. А я же тогда чей? Муж приходит с работы домой. Жена сидит за компьютером и спрашивает, не уворачиваясь, ты что-нибудь хочешь перекусить? Муж говорит, да, кабель от интернета. Телефонный разговор. Алло, полиция! Помогите, меня крапят! Полиция. Уезжаем, вы где? А, дома? Изучаю новую квитанцию о квартплате. Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день. А если дать ему леща, он пойдет на работу. 3 часа ночи, стук в дверь. У меня от испуга даже перфоратор из рук выпал. Однажды ученик спросил у мастера, а долго ли ждать перемен к лучшему? В чем смысл жизни? И что такое любовь? А я почем знаю? Я обычный токарь. Отойди от шпинделя, сказал мастер. Подписываемся.